Да. У них два хамика, вроде бы. Один. Еще, давайте, Там пом. Но если меня убьют, вы проиграете. Да. Да, прячься. Ныкайся куда-нибудь вообще. Только меточку на себя. А какая задача? Окей, примерно мы ставим. Хочу укропа защитить. Один. Да. Картошка на север быстро. Там уже? Бегу на север. Самый север. Я почти на краю города уже. Тебя. Сейчас, смотри, они ехать должны скоро. Сейчас промахнусь специально два раза, смотри, чтобы сложнее было. Пулемет слеч. Че, они баба на севере у нас? Нету. Не-не-не. А, нету. Я сейчас еще на метку все поставлю. Сейчас они сейчас по тактике с другой стороны ехать. Метку кинулась. Как вот можно понять, где он ходит? Да. Я даже примерно не знаю. Едут картошку. Азик. Готовь. Давай Саймерс какой у нас врага. Север, нет. Север. Прямо на 300. 10. Еще должен был ехать. У меня нету снарядов больше. Я первый промазал. Остальные они такие плохие. Свои. Тихо. Зачем вы ГПШ? Че, недолеты? Зачем? Перелет. Не надо. Они все мертвы. А их не получится полутать, да? Да, они в машине. Я пойду посмотрю, сколько там группов. Их там двое было. А, нет, не двое. Нет, там пятеро. Полная коробочка плюс стрелок еще, который типа пропал. А стрелок улетел. Стрёмный. Давай заскриви, картошка. Картошка заскриви. Давай. А как честь отдавать? Это на... Северо-восток. Едет, да, едет. 60, 60. Бежали к тебе. На севере останови. Пошли. Азим. Север, а, север. Картошка, на горе, что ли, на приборке? Нет, на конце этого. Север.
наши враги. Ландуком, падла, один. Гранату мне кинул, сука! Да-да-да, всех. Держим, держим, Паша. Прикрывай. Круто, давай. Да-да, морфин еще на колючке. Это да, куда подходишь, да, он за этим зданием. Слева, справа, справа, справа. Подавил, подавил. За самим. Да-да, вот куда вдвоем бежите, там за этим зданием. Справа. Лол. Лол. Профессиональные конфетчики там могут и проиграть. Почему, Паша, у нас гранат нету? Я уже хотел там гранаты кидать. Первый камер класса сгорел. Молодец, Баста. Там два метра подходит. Чёрт. Бартак. Макток ещё есть. И Аркадий. И Укроп там ещё. Укроп прям тащит. Талиба посмотрел на своего и прям только отворачиваешься, его прям убивают сразу. Кто там заботится? У Укропа теплак или ночник? Теплак. Лол. Ты выдаешь себя, и он тебе еще... У вашего квартиры у Демьяна тоже теплак, если что. Ну, Калаш с теплаком на самом деле не очень. Ну, а Эмка с теплаком тоже не очень. Ну, а Эмка с теплаком получше. Ты тоже не очень, Калаш. Чем она получше, расскажи. Хотя бы потому, что она не у тебя в руках. А, точно. Куда, Макток, ты? То есть ты не лучше тут. Нет. Кто там в хаммере был первым? Пять как я. Ворон, Лорен, я. А, все, давай. А, ДВшники все. Нет, два ДВшника. Кто Ворона в ДВшники записал? Два ДВшника все. А там вообще пятеро было, в общем, по идее. Было пятеро, да. Два ДВшника, Ворон и какие-то еще два человека. А у Демьян... Демьян это теплак вроде, да. Тут по одному теплаку на команду, не командиров. Видишь, горбат какой. Бастер без сознания упал. Демьян или теплак? А, это Бастер что ли распылял?
блин, сука. Это либо бы вообще не прячется, да ладно. Ну знаешь, что такое морфин? Да. Походу нет. Сейчас второе течение просто умрет. Руки у него не сломаны? Что руки сломаны? Просто. О, РПГшку там взял. А там, кстати, вот тот, кто с РПГшки был, Игорёк, он ни одного снаряда не стрелял. А, без ног еще. Без морфия, без ног. Без рук, видимо, либо без морфия. А чё это за магический дом рядом с ним? Вы посмотрите, на чём крыша держится. На двух опорах. На трёх. Трёх. Не, там третий, смотри, нет. Крыша физически так не может держаться. Ну да. Это, смотри, там сбалансировано ровно. Да, балансировка. Не, просто крыша делается же из самана. Бастер, это дерьмо с глиной. Ну я имею в виду, что без самана. Откуда ты знаешь, может там, короче, солому покрасили сверху, положили. Что за хинтался, панта? Кто это вообще такой? Хинкал спан. Бот какой-то. Нет, типа с халочкой. А, да. Ну, приедь к нему, знаешь. Сначала подманивают, типа, хочешь я тебе что-то покажу? Потом взрывается. Если кто ближе к нему подойдет. Гранаты там летят. О, кто-то сейчас контакт ждет. А там рядом с ним канистр стоит. Почему рядом с ним канистр стоит недалеко от него? Ну все, можно рубить. Да. О. Как я последнего убил в голову прямо.